А скажите, вы были свидетелем вот происшествия, да, вот которое произошло? Да, с места дислокации, по прибытию на место дислокации, после сигнала тревоги, мы заметили, что женщине стало плохо и упала, ударилась лицом. Первую, ну как, не первую помощь, перевернули, на боках. Где-то через учащенное дыхание у нее было там через секунд 10-15, но дольше. И последний вдох где-то через минуты 3 она прекратила дышать. То есть мы так и подумали, что умерла. Ну, скорую вызвали сразу. То есть вы видели сам момент падения, да? Да, да. Угу. Сам момент падения видели. Ну, дождались скорую, потом уже сказали, пусть вызывают милицию. И ждем милицию. Спасибо.